If you have guests, then you can cook delicious things very quickly. So it is good to rinse the chicken legs and pat dry with paper towels. Here 2.5 kilograms. Если у вас будут гости, то вы очень быстро сможете приготовить вкусные вещи. Итак, хорошо промыть куриные окорочка и подсушить их бумажными полотенцами. Здесь 2.5 килограмма. Split into 2 parts. Разделить пополам. 1 teaspoon of granulated garlic. 1 teaspoon of granulated onion. 1 teaspoon curry powder. 1 teaspoon of chili powder. 1 teaspoon of paprika. Чайная ложка чесночной пудры. Чайная ложка луковой пудры. Чайная ложка пудры карри. Чайная ложка чили пудры. Чайная ложка паприки. 1 tablespoon of salt. Столовую ложку соли. I have Himalayan pink salt. У меня гималайская розовая соль. Mix well. Хорошо перемешать. Remove 1 teaspoon with a slide and set aside. Изъять чайную ложку с горкой и отодвинуть в сторону. Add any of dried peppers only to your taste. Любой из сухих перцев добавляйте только по вашему вкусу. Crushed red pepper. Красный перец хлопьями. Whole black pepper. Черный душистый перец. 2 kinds of black peppers. Плюс 2 разновидности черного перца. Italian herbs, including rosemary, oregano, basil and other herbs, add to your taste. Итальянские травы, включая розмарин, орегано, базилик и другую зелень, только по вашему вкусу. Parsley to taste, петрушка по вкусу. Combine spices and herbs and mix well. 1 tablespoon of honey. Столовую ложку меда. Any mustard to taste. Любая горчица по вкусу. Добавить смесь и хорошо перемешать. Add mixture and mix well. Honey, мед. Mustard, горчица. Mix well again. Снова хорошо перемешать. Honey and mustard will create a film and keep the juice in the meat. Мои дорогие, мед и горчица создадут пленку и будут удерживать сок в мясе. And let it brew for several hours in the refrigerator. Дать возможность несколько часов настояться в холодильнике. Cup of flour and 1/2 cup of cornstarch. Стакан муки и 0.5 стакана кукурузного крахмала. Sift flour. Просеять муку. Starch. Добавляем крахмал. Add the set aside mixture. Добавляем отставленную смесь. Mix well. Хорошо перемешать. Let stand for 5 minutes. Дать постоять 5 минут. 2 средних яйца. 2 medium eggs. Whisk lightly. Слегка взбить. 120 миллилитров воды. 120 milliliters of water. Add water. Добавить воду. Mix well. Хорошо перемешать. Let stand for another 5 minutes. Дать постоять еще 5 минут.
both sides, с двух сторон. 390 degrees for 10 minutes. 390 градусов на 10 минут. Turn over and cook for another 10 minutes. Перевернуть и готовить еще 10 минут. Enough, достаточно. Хорошо промыть и слегка подсушить картофель. Здесь у меня чуть больше 2 килограмм. Rinse well and slightly dry the potatoes. Here I have a little more than 2 kilograms. Cut into cubes. Нарезать кубиками. Make a seasoning of herbs, dried peppers and spices. Just to your taste. The choice is always yours. Сделаем приправу из трав, сухих перцев и специй. Все только по вашему вкусу. Выбор всегда остается только за вами. Парсли, петрушка, basil leaves, базилик, орегано leaves, орегано. Three kinds of black pepper. Три вида черного перца. Chili powder, пудра чили. A teaspoon of paprika. Чайную ложку паприки. Chopped onion to taste. Сушеный лук по вкусу. Salt to taste. Соль по вкусу. Mix well. Хорошо перемешать. Add 120 ml of odorless vegetable oil to the potatoes. 120 грамм масла. Моя семья любит масло авокадо. Mix well. Хорошо перемешать. Cook at a temperature of 390 Fahrenheit. This is almost 200 degrees Celsius. Готовить при температуре 390 Fahrenheit. Это почти 200 градусов Цельсия. For 10 minutes. На 10 минут. Shake the potatoes well. Хорошо встряхнуть картофель. Cook for another 10 minutes. Готовить еще 10 минут. Shake up again and cook for another 10 minutes. Хорошо встряхнуть и готовить еще 10 минут. Beautiful. Как красиво. Have tried, it's very delicious chicken and potatoes. It's a crispy outside and juicy inside.